неплохо держать. Это неплохо. Я не хочу держать. Так держи нормально. Ты мне на носик чешется. Привет. Нет. Здрасте. Бля. Короче, вам из четвертого сезона... Я покрываю, блядь. Блядь, не важно. Да, я поговорю, а ты поговори о своей... Нет, бабка. Я поняла. Я поняла. Вот все. Здравствуйте. А как такая Виктория, Алёша? Не знаю таких. Привет, девчуля. На работу завтра. Привет, девчуля. Здравствуйте, две прекрасные девицы. А вот эта птичка. Опа. Лалейла. Лалейла. Отстань. Даш, что? Ты что-то не в себе. Привет. Минуэт. Вы друг друга. Вы кто друг другу? Ну, мы спим иногда. Ну, иногда я ее пощпокиваю, она так вздыхает. Нет, бабка, спим иногда, это вот... Просто спим. Там-то и дело. Жаль, что выгнали тебя. Я тоже согласна с этим. Сасная леди. Настюха, где работаешь? Продает лук около метро. Бабка, ты покупала лук у меня, кстати? У тебя покупала красный, хороший. Как дела? Баба, вы походу бухнули. Да нет, не бухаем. Привет, Норильская. И Норильску привет. Да, жалеешь, что тебя выгнали. Ты знаешь, такое у меня жалею. Завтра работа, все. Ну, а серьезно, кто вы друг другу? Да подруги. Вот реально бывает такое? Как у меня может быть вот такая тёлочка? Вот такая. Кто мы можем быть друг другу? Что вы думаете, вы оставшийся участник проекта «Пацанки»? Бабка, пятница, девчонки. Что-то не то. Анастасия, как у тебя собака? Сэм. Привет. С Волжска. И Волжску привет. Ты кто? Давай, хуй в кожном пальто. Ну вот как? Привет. С нами Сэмик. Из Сыктывкара. С Сыктывкар тоже хеллоу. Вот Самуэль. Фу, Сэм, ну так не целую глину. Самая. А чё? Бурашенко. А почему здесь они? Нахрен они нам дались? Продолжение какая-то. Курган, привет. Вот Курган и Сэм. Не, бабка, никакого Кургана завтра... Привет из Омска. Вы в Питере? Бабка, видишь, он на тебе валяется. Нет, мы в Туле. Ой, Сэмми, красавец. Конечно. Бабка, ну поцелуй его, кстати. Нет, люди, не говорите про Бурашенко. Фу, такая нахрен вообще... И сейчас не очень понимаю. Кто ты, депутат, ты классная. Привет из Липецка. Липецк, я привет. Ай-я. Привет с Белоруссии, с города. Ай-я-я. Короче, Белоруссии тоже привет. Я, кстати, обожаю Белоруссию. Ты была привет в Белоруссии? Из Брянска. Брянск, хеллоу. Да. Я люблю ваши котлетки. Из Новосиба, Сиб, хуёб, привет. И Сэмика даже вспырила. Ты видела, бабка? Когда в Астрахань. Ой. А бабка, ты видела, как его Казахстан вспырила? Тоже привет, депутатик. Как тебе участница четвертого сезона? Не, нормально. Ну, бабка сейчас стыб взяла оттуда, поэтому я не буду смотреть. Бабка стыб взяла. Вот бабка, мы можем уже... Анастасия, ты рулишь. Рулишь. Анастасию вытрахали вчера. Короче, вот как вам объяснить? Лучше это не слушать, то, что позади. Ну, да. Лучше это не слушать, то, что там позади.
Мне завтра на работу, поэтому я сделала масочку. Вот что ты сделала миниет за 500 рублей. Какой миниет? Который у тебя на глазах. Хочу быть зайкой. Быстро зайка слохнули. Бабка, а где Даша? Вот она. Даша гуляет с Самойлем. Случайно упал телефон. Блин, Даш, где он? Ну, поднимай. Пиздец. Все, бабка. Это пиздец. Я, пожалуйста, сам гуляю. Я просто гуляю. Сам гуляю. Все, Даша. Все мне портишь. Как маска? Какая маска-то? Ананас, блядь, бабка. Ананаска? Ананас, блядь. Где Гурда? Ну. Дашуля? Дашуля занимается собой. Угу. Бухи? А что? Нет. Тебя ебет нахуй. Бабка, ну не матерись, тут. Я за вас ее пищу. Пижу. Правильно. Депута. Бак, это того, что ты? Стой. Все, мы ушли. Ну, бабка, ты можешь? Ой, красавица, с мать и маску надо уже, наверное. Выпиваю. Блядь, что за маска-то, ёб твою мать? В смысле, когда пришел? Ну, конечно, соседка. А. Ну, у неё сломался... Бабка, я думала, кто-то, блядь, мусора. Нет, мои мусора не всегда стучат сначала в окно. Сначала. Бабка, а ты чё не припёрся? Нет, это моя любимая подруга. Мой кто? Соседка, Дашка. А, Даша пришла? Да. Юля? Да, Юлькина, конечно. Она здесь сейчас? Да. Даша, Оль. Она в туалете, пока отстанет её. Иди сюда, Сэм. Даш, тебя оставили? Да какую, блядь, из-за Лизы, блядь, какую выгнали? Меня вообще не выгнали, блядь. Ой, конечно, тебя не выгнали. Типа из-за Лизы, не за Лизы. Слушай, но с другой стороны, ты правильно сделаешь. Вот я тебе могу однозначно сказать, что я сделала бы то же самое. То же самое. Это 100%. Замуж вам нужно. То, что там потом они, конечно, решено. Бабку, о, привет, там пишут. О, привет. А можно Настю? Почему Даша ведет в эфире? Это фан вообще-то Аня это, Костина. Кстати, а это мой телефон или твой? Ой, это, а это нам фан... Вообще, кстати, скоро лицо смывать. Фан Аня Костина, блядь. Костина, что ли? Пусть Костина посылает пищу, пожалуйста. Да хватит. Они ну, разные бывают. Ну, ладно, сюда я поняла. Они реально бывают разные. Ну, какая разница? Костина... Как дела? Как с агрессией дела? Реально. Как у тебя с... Кто-то ржет. Что-то не очень похоже с агрессией. Передай депутату. Да. Пусть Самаре напишет срочно. Чё? Девочки, мы вас любим. Привет, девчуля. Девчонки, мы вас любим. Мы сейчас акула. Пойдем. У нас игрушка акула. О. У тебя одна собака. Даша, что ты на меня наезжаешь, я не понимаю. Даш, давай, прекращай, кстати. Это фан-костюм. Ты очень агрессивная, Даш. Отвали. Отвалить от тебя? Я тебе как сейчас дам, блин. Подарите акулу. Анастасия. Я люблю каждый свой фан.
И даже не важно, про кого они. Бабка, успокойся. Красотки, люблю вас. Ну, какая разница, чей фанал? Да, конечно, вообще без разницы. Представляешь, вот люди еще пишут в лесбиянке. А мы? Давай пока. Вот, кидайте глаза. Хочу пирожок. Я тоже. Дай, бабка, я хочу пирожок. Дай, пока. Покажи быстро, я сказала. Все пьяные. Тихо, бабка. Бабка. Они подумают, что он вишкетерий. Ёб, Самир. Кто это? Тихо, подожди. Все, у вас теперь будет подтверждение, что мы... Что пьете? Я просто не понимаю, чем я хуже других людей. Блять, они не поверят, да? Да не хуже. Они... Привет, красавец, как дела? Зачем вести прямой эфир пьяными? А это кого так сильно интересует? Давайте, если что, ключ дам. А, давай. Мне нравится депутатик. Короче, у меня у подруги сломался туалет. Это вообще-то я тебе как подруге рассказываю. Продолжи, скажи, в нахрен ты это говоришь? Вот. Я стану... Нам пора смывать эту глину и новую маску делать. Хуй, соси губы, тряси, бабка. Где Даша? Она уже ушла. Ну, значит, пишешь. Ребят. Слушай, вот это фигня. Сейчас, дырколох. Вот дырколох, это ты. Дырка, быстро. Дело красиво. Ну, что я могу вам сказать? Конечно, он дырколох. Вот я дырколох. Ну, я тебе серьезно говорю, ты реально дырколох? Чем занимаетесь? Мы сейчас пойдем смывать маску. Костина супер. Да, конечно. Никто не слушал супер. Супер гвоздика, супер малинка, супер писа королева. Просто супер. Супер-супер-сапер. Супер-стар. Ага. Я обиделась. Я обиделась. Больше никогда не подходи ко мне. Я обиделась. Я обиделась. Красотки. Правильно. Кто-то хоть умный. Раз и навсегда не подходи ко мне. Жаль, что тебя выгнали за Лиза. О, это наш Склопиандр, hello people. How you doing? Склопуха. Бабка, я не понимаю, почему ты стала на меня наезжать, в чем проблема? Бабка, не обращай на все это. Ну, хотя, да, это бред. Мы, короче, решили, что мы сейчас смоем маску. Хочу, чё, привет. От Настюхи. Бабка, ну подари человеку счастье, скажи привет. А что надо? Привет от Настюхи, скажи. Блин, огромный привет от Настюхи. О, вот бабка. Тебя хотя бы этот. Прям огромный привет. Уже посмотрела серию. Огромный привет от Настюхи. И от бабульки. Бабулька. Йо! Суки, блядь, воры! Ненавижу, блядь, коты. Мне что за работа, блин, на тебя. Все, короче. Упал. Упал. Малолетка. Мы сейчас, кстати, будем делать новую маску. Как бы не было, ребят. Вот я вот такая. Ну, какая? Ветровая. Заткнись. Настя, ну... Я столько с тобой связал, как... И это... Все проблемы. Так, ребят, все, я скидываюсь. Держи, дам. Не бабка... скидывайся, нахуй, подержи. Бабка, замолчи.